было так. Как сейчас, помню, вроде самый обычный день. Я всегда ставлю музыку во время работы. И я давно заметил, что особенно мои лошади любят Queen. Вот тут-то мы с ними сходимся. Вдруг смотрю, а он ногой цокает. Ну, думаю, цокает и цокает. А потом пригляделся, а он под песню. Ту-ту-тыщ. У меня же группа была. То есть, есть. Фантастика. Знаете, я плакал в своей жизни, наверное, всего раза три. Когда у меня родился сын, когда наши вышли в полуфинал чемпионата мира, и когда я услышал, как эти лошади играют Queen. Мой прадед был кузнецом. Ну, и я теперь кузнец. Вот такую вот тарелочку. Вы представляете, что такое инструменты для концерта Клайдсдейла? Надо тогда Мерина брать. Знаете, бывают такие моменты в жизни, когда ты понимаешь, что от тебя что-то зависит. На самом деле что-то зависит. Скакали.